27 березня – Міжнародний день театру. І саме цього дня Севастопольський академічний театр танцю презентує нову програму «Реквієм» для родичів і близьких, діячів культури і мистецтв Севастополя, які раптово пішли з життя. Втім, встигли відбутись у професії і прославити своє місто. До створення програми керівника театру народного артиста України Вадима Єлізарова спонукала потреба згадати забуті у повсякденні імена і віддати шану людям гідним поклонінням. Це моя учениця. В 20 років – жінська онкологія. Вот эта девочка в 20 лет микроавтобус сбил напротив Луначарского 1 ноября. В 20 лет. Вот это Виталька Капалазе, 33 года. Грузин по национальности, торопился всю жизнь. Его просто в Гагаринском районе, около Дворца культуры, просто ограбили. Вот это Саша Корсуков, с первого тоже моего состава, онкология. Перелік імен і дат, народження і смерті, а між ними риска довжиною в життя. В декого з цих людей, кого Бог і муза творчості благословили на митецьку путь, життя було коротким, дуже коротким. Втім, їх шлях нагадує сьогодні художньому керівникові театру танцю світло загиблої зірки. Вони пішли, а їх талант, натхнення і творчий шлях надовго залишиться яскравим надбанням скарбнички севастопольської культури. Я от сьогодні репетував. Проводил репетицию, и я не мог, у меня стоял комок, когда я говорил о каждом из этих людей. Конечно, в первую очередь о своих учениках, об своих ученицах, двух Леночках. Одна Леночка – это партнерша моего старшего сына, другая Леночка – партнерша младшего сына. Трагическая судьба, несправедливость, какая-то дикая несправедливость. Девчонки не познали счастья материнства, счастья семьи. А такие вот певцы, как Женя Устинов, Александр Иванов, вы понимаете, это мы даже не сознавали себе, кто рядом с нами живет. Потому что пройдут года и будут говорить, вот это вот в эпоху таких-то великих певцов. Потому что Устинов, это же современный Шаляпин. Понимаете, это голосище какое. А Александр Иванов, ну, он просто был личным моим другом. Я как приехал только в Севастополь, я сразу услышал этот голос. Это золотой голос Севастополя. И мы с ним объездили 27 регионов Украины. Мы были в каждом регионе. И там, где выступал Саша Иванов, зал взрывался аплодисментами. И до сих пор мы исполняем «Ничьяку месячну» только под его вокал. О них, о каждом можно сделать не один вечер, а мы хотим за один вечер. Потому что когда только началась эта программа, сюда посыпался поток предложений, и мы хотим, чтобы вспомнил город об этих именах. И никогда их не забывал. Програма побудована за мотивами найкращих ліричних, танцювальних і вокальних композицій з репертуару Севастопольського театру танцю. Вокальні партії в програмі виконують солісти театру Валентина Рибакова і заслужений артист Автономної Республіки Крим Микола Філіпов. Кожну композицію буквально народжували. Весь колектив відразу відчув вагу слів, котрі треба вимовити так, щоб тебе почули. І хоча номери здавалося б знайомі, авторам проєкту бажалось сказати якомога більше і вагоміше про особистість кожного, кого сьогодні вітає своїми оплесками зал. Юрзицкая, ваш коллега, журналист. Вот, вы знаете, Анатолий Степанович Марета, вот журналисты. Это какая-то плеяда, я бы сказал, высокоинтеллигентных, высокоэрудированных, грамотнейших людей. Это доки своей профессии. Я не говорю даже, как они писали, я говорю, как они умели слушать. Ведь сейчас вы говорите, а вас не слышат. А такой человек, как Ясногородский Владимир Ильич, вот режиссеры, такие, как Михаил Егорович Кондратенко. Я, например, именно у них, вот это мои учителя. Они даже не знали, что я у них учусь. А художники какие замечательные. Вот один Станислав Чиж. Вот понимаете, он идешь по улице, вот его работа, вот его работа. Конечно, очень часто я слышу такую точку зрения, что... Незаменимых людей нет. Такая набившая уже оскомину фраза. Это чушь, это ерунда. И именно так оно и есть. Некоторых людей невозможно заменить. Вместо этого человека можно поставить кого-то, но это будет не то.
Галерея фотообразів і коротких резюме про кожного, а в кінці оповіді три крапки. Там, де могло бути ще багато речень про творчі досягнення, загальне визнання, щастя, врешті-решт. І тих кількох рядків дуже мало, щоб глядач зрозумів, якого масштабу і творчого потенціалу були люди, з якими Севастополю довелось прощатись назавжди, котрих нині можна пізнати хіба що зі слів їх друзів, рідних і колег. Ми готуємося к таким вещам всю жизнь, мені так кажется. На самом деле, желающих принять участие в этом концерте, в этих номерах было очень много. Я сосредоточил только на силах своего театра. Эта инициатива принадлежит нам. Если возникнет какой-то проект совместных мероприятий по этому поводу, дай бог, я бы хотел на День театра, может быть, и сделать такой традиции, посвящать концерты памяти ушедших артистов. Почему? Ну, во-первых, я уверен, что пока мы о них говорим, вспоминаем, их души с нами. Во-вторых, вот эта память, она нужна ведь живым. Мы же люди. Люди відходять у вічність, і це гірко. А коли раптово та ще й талановиті, ця гіркота збільшується пропорційно величі творчого генія. Утім, нікому не дозволено сперечатись з життям. Можливо, саме через цей спалах і стрімкий політ здатна народитись справжня зірка, що ніколи не зникне без сліду.